Анна Павловська, спеціаліст з інфекційного контролю. Доброго ранку вам! І ми сьогодні з вами поговоримо про те, що дійсно просто вирує зараз епідемія як гепатиту А, так і кору. Багато людей бояться захворіти, не знають, як можна себе вберегти. І також ці хвороби називають хворобами брудних рук. Як себе забезпечити? В першу чергу, мабуть, поговоримо про те, як дивитися за чистотою власних ручок. Прежде всего, мне бы хотелось сказать, что сегодня действительно существует такая паника, да, по поводу гепатита А и кори в первую очередь. И нужно рассмотреть, что это за заболевания, как они передаются, и уже потом мы можем подумать, как себя от этого уберечь. Корь – это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. То есть при разговоре, если рядом есть чихание и кашель, мы 100% можем быть инфицированы данным заболеванием, если мы не вакцинированы от этого заболевания. А гепатит А – это заболевание вирусное, острое вирусное заболевание. Передается оно и нестерильным внутривенным введением, и через пищу, и через воду. И даже мухи могут перенести данное заболевание. Нужно сказать еще о том, что есть инкубационный период этих заболеваний. Например, корь имеет до 17 дней, а гепатит А до 35 дней и даже до 50. И человек, который инфицирован, он не знает в этот инкубационный период, что он инфицирован. Ну и мы, соответственно, тоже. Поэтому в данный период мы можем заболеть и инфицироваться очень часто и большая вероятность. Как себя обезопасить? Это, конечно, чистота рук. Но прежде всего надо сказать, что от этих заболеваний есть вакцинация, и ей нужно воспользоваться. Дети от грудного возраста могут заболеть гепатитом А. И 80% случаев заболеваемости у детей – это возраст от 3 до 15 лет. Почему такой феномен рассматривают дети, большое скопление детей в детских садах, да, и в школах, где дети контактируют друг с другом. И, естественно, у детей занижены санитарно-гигиенические навыки, и деткам очень сложно объяснить, что руки надо мыть, а тем более научить их правильно дезинфицировать руки. Ось як все-таки вберегти дитину від таких захворювань і от інфекцій? Ну, прежде всего, в такой период, когда идет массовое заболевание, нужно избегать массового скопления людей. Но если мы вынуждены посещать и детские площадки, и школы, и детские сады, сейчас деткам родители покупают антисептики. Я хочу предупредить родителей и дать такой совет, что антисептика рук для детей лучше выбирать гелевые антисептики, потому что детки брызгают антисептиками, которые спиртосодержащие, они могут попасть в глаза, и это будут другие проблемы у родителей, прежде чем дезинфекция рук. Поэтому есть антисептики гелевые, у детей в каждом рюкзаке, портфеле должен быть антисептик, и ручки дети должны обрабатывать. Также, ну, например, вот служба инфекционного контроля проводит детям лекции и семинары в школах, там, где мы объясняем, что после туалета необходимо мыть руки, и показываем, как это опасно. Поэтому, конечно, в школах и в детских садах нужно проводить такие вот обучающие мероприятия, что руки надо мыть и руки нужно обрабатывать антисептиком. Только так мы себя можем уберечь. А ручки потрібно також, як кажеш, правильно мити? Да, есть такая схема, которую нам подарила Всемирная организация здравоохранения. Эта схема включает в себя 6 этапов, и лечебные учреждения обязаны законом, Министерство здравоохранения прописало закон, в котором лечебные учреждения и медработники обрабатывают именно по такой схеме. Почему? Потому что так себя на большая вероятность обезопасить свои руки. Я покажу эту схему, потому что руки нужно для начала нанести мыло или антисептик на ладонь, потереть ладонью об ладонь, потом вы должны потереть вот здесь, вот, потому что между пальцами это те зоны, которые мы не моем и не обрабатываем, одной руки и второй. Затем перевернуть и помыть ручки вот так. Потом нам нужно в замочек взять, потому что под нашими ногтями собирается наибольшее количество микроорганизмов вредных. И вот это вот движение не забывайте, потому что под ногтями у нас собралось много грязи, и вот так вот мыльцем помыть. Вот так вот, да, вот такая вот есть схема, и по этой схеме мы большей вероятностью сможем свои ручки очистить правильно. Мне кажется, для деток это даже будет какая-то игра. Да, мы именно этому их и обучаем.
Продовжуємо нашу розмову, і хотілося б наразі трошки узагальнюючи розказати про те, як доглядати за речами, які поруч із нами, це і наш робочий стіл, все, що нам попадається до ручок, це і канцелярія, і наші гаджети, і ключі від дому. На цьому залишаються мікроби. Як себе забезпечити, можливо, як очищувати їх? Ну, я могу сказать, что этот список, он бесконечен. Все, к чему мы прикасаемся с вами руками, немытыми и необработанными, это все инфицированные предметы. Конечно, их можно обеззаразить. Во-первых, мы моем руки. А во-вторых, на сегодняшний день есть очень большое количество дезинфектантов. Дезинфектанты для бытового использования, в данном случае давайте рассмотрим мобильный телефон. Ну, а отсюда мы уже можем обработать все, что угодно. Мобильный телефон мы не можем помыть. Это факт. Если мы будем распространять антисептик на телефон, мы его также можем повредить. Поэтому я не советую этого делать. Но на сегодняшний день у нас есть салфетки, которые пропитаны специальным дезинфектантом. Мы берем салфетку и протираем все, что нас окружает. Мобильный телефон, ключи, дверные ручки. Я хочу обратить ваше внимание, что дверные ручки – это зона очень-очень большого риска. Рассадник бактерий. Да, это рассадник бактерий. Поэтому обрабатывать дверные ручки нужно очень часто. И дома, и в местах, где вы работаете. В общем, везде-везде. Ось наскільки часто потрібно ці всі речі обробляти і дезінфікувати? Здесь есть несколько моментов. Если это профилактика, то достаточно раз в неделю проводить дезинфекцию дома, да, если мы говорим про дом. То же самое, я так думаю, что если вы обеззаразите свой мобильный телефон раз в неделю, это вам будет более чем достаточно. А если мы говорим о том, что уже есть заболевание или инфицированный дома, ну тогда это уже идет другая дезинфекция, и она должна проводиться совсем по другим режимам, об этом ми, може бути, коли-то з вами поговоримо. Так, дякуємо нашій ранковій гості за те, що розказала, як можна забезпечити себе, уникнути інфекційних хвороб, як можна очистити речі, які навколо нас. Я сподіваюся, що тепер наші ручки завжди будуть у чистоті. Я нагадую, що сьогодні до нас завітала Анна Павловська, спеціаліст з інфекційного контролю.